Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Секира. Такс, я, короче, подрался с бабочкой опять раз. Опять раз. Еще один раз, короче. И, в общем, я ее победил. Но толку-то от того, что я ее победил. Никакого. Потому что усиление силы мне не дали. И это все плохо. Я думал, еще дадут усиление силы. А это просто так, короче, проверить свои, типа, навыки. Издевательство. Зачем? Не понимаю. Это было обидно. Я потратил столько сил. Да, давайте. Ай, мне надо было железную крепость купить. А я не то купил. Мне надо было купить железную крепость. А я не то купил. Твою мать. Твою мать. Мне железный веер надо было. Блин, я только потом прочитал, что железный веер есть. Я думал, там фигня какая-то, а это... Так, ладно, переместиться. Самок. Где? А где? Вот, ворота зам... Пойдемте продать. Нет, я просто хочу купить. Я бы лучше 1600 под этого, да? Ну ладно, давайте посмотрим, сколько вот стипов падает. Немножко соберем. Агась. Так. 11, да? Ну. Нападайте, твари. Ага. Ой, успел. Успел отразить. Так, нападай, скотина. Потренируемся. Хорошо. Не, даже не думай. Отлично. Так, пацаны тут роют. Это мы не используем, потому что не надо. Я понял. Ага, хорошо. Отлично. Ой, лечимся. Ну, противоядие, наверное, не буду использовать, да? Спадешь? Нет? Алло. Я не хочу противоядие использовать. Но же должно спасть все равно. Отлично. Замечательно. От него. Так, где наш второй друг? Ой. Не надо. Ага, удачи. Так, мелкий, иди сюда. Ага. Тихо. А, хорошо. Тихо. Ты чё такой дерзкий? Давай.
Тихо, тихо, тихо. Отличненько. И сейчас... Хвана. Прикольно, да. Так, там еще парочка, по-моему, стоит. Дебилов. Вот, да. Исчез. Исчез. А, и ворота закрыли. Ништяк. Ладно, это... А тут так и было, да? Что-то, мне кажется, нет. Ладненько, пойдемте поторгуемся. Продадим. Все равно ничего не используем. Как он нахрен разница? Будет оно, не будет. Ну, конечно, когда оно есть... Блин. Когда оно есть, это хорошо. Да господи ты. Да, я понял. Вот так вот. Когда есть оно хорошо. Может, когда-нибудь используешь. А тут не используешь вообще, походу. Потому что на это просто у тебя нету времени. Использовать что-то когда-то в бою, это все долго. Ты подлечиться-то еле успеваешь, а про все остальное я вообще молчу. Я бы знал, я бы столько денег не тратил на эти фиговины. А, продать, друг, давай-ка я тебе... А, ну, наверное, потом надо к нему сходить. Давайте мы печень угря продадим. Ага, мало стоит, да, так? Ага, у нас то... Ага, у нас 1600-то вообще не... Могу это все продать, да? И то у меня не хватит. Так, у меня 6. То есть это 120. Ага. Блин, это... Даже было накосячить. Так, нет, это ладно, я продавать не буду. Блин, и что мне фармить теперь? А смысл мне фармить? И куда мне надо идти, получается? Я вообще не понимаю. А куда мне идти-то реально? Мне в храм Сэмпа, по идее, за мечом. Храм Сэмпа. Давай сюда. Отсюда пойдем. То есть мне нужен накопить на железный веер. Теперь 100%. Так, усилять противников я не буду. Здорово, чучело. Умри. Так, допустим. Допустим. Пришел сюда. Зачем? Никуда не допрыгнул. Спрыгну только вниз. Ага. Здесь... А, ну здесь я просто поднимался в итоге. Ящерки. Ага, хорошо. Так, ну... Не, здесь мне, наверное, не вариант, да, вообще? Ну, я тебе... Вообще, я нажимал, если чё. А чё? В смысле? Почему? Она же синим выделяется. Что за бред? Ладно, пошли наверх. Так и быть, раз вы не хотите меня туда. Не хотите туда, пойдемте сюда. Ну. Ага, здесь, не, здесь еще и не хватается. Как неинтересно. Тут вот у нас никого нету. Туда мне... Ага. Туда мне нет смысла идти. Да что ты зачесался так? Того сильного противника тоже мне не вариант мочить.
Сюда тоже, ну, только сюда. 1600, охренеть. Или просто сейчас идти по началу, как вот оно. Ау, больно. Успокоился. До свидоси. 35, неплохо. Воды, пойдемте. Свидание. Так, 70 собрали. Хорошо. Нормально. Ой, пацаны, что-то вы это маленько неправильно. А вы не охренели ли, пацаны? Пацаны, они охренели ли вы? Да тихо, стой, не надо. Пацаны, не надо. Живой. Так, исчез. Ай-яй-яй, больно, 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 пацаны, больно. Тихо. Ого, какой дерзкий. Тихо. Тихо. Лечился. Блин, зря лишний выпил. Уху, это было близко. Так, 35 всего, видать, далеко это отошел. Че, не хватает силенок, да? Ой-ой-ой. А сзади нечестно. Сзади только я могу. Тихо, 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 тихо. Ой. Сзади только я могу, пацаны. Вот так вот. Ай-яй-яй. Нифига вы там. Нифига вы там. Обидня. Обидня. Ой, черная шляпа заразилась. А я же сдох, а я потерял. Нифига себе. Вот это да. Так, сейчас, секундочку. Так, возвращаемся к... Блин, а я не посмотрел, сколько... Блин, и черная шляпа заразился, и это... Блин, нифига они меня подмудохали там. 300 монет потерял. Офигеть. Это достаточно-таки много. Ну, я сам накосячил, я улетел вниз. Согласен, было обидно. Не надо.
Не надо, пацаны. Тихо, хорошо порезали, хорошо порезали. Кто? Что, где? Когда? Ой! Ой! Пацаны, спокойствие. Сейчас разберемся. Идите сюда, поговорим. Сюда иди, поговорим. Да тихо, 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 тихо. Да отпусти меня! Слышь, вы уроды, а? Чё, словил плюху? Отразил, хорошо. Ну, зацепил его. Отлично. Ты считаешь, кулаками меч пробьешь, да? Ты совсем? А так вообще было нечестно. Выкуси. Мудилка. Картонная. Хорошо, 640 монет. Уже проще. Меня не видать. Меня нету. И тебя нету. Меня нету и тебя. А, я вспомнил, где-то он там наверху, этот Таркаш. Все. Таркаш наверху. Вспомнил. Так, кого-то вот этого, да. Хорош, знатно нафигачили. Так, ну с этими сладим уже. Сорян, ребят, ну, надо. Так, троечка, неплохо. Можно уже что-то прокачать. Я, может, кстати, где-то пропустил это. А, идола. Так, этих жучков надо уничтожить, чтобы они мне не мешались. Они мне будут мешаться по-любому. Уйдите вот, тараканы. Так, а где большой сидел? Я просто не понял. Хать, хать. И не... Он большой идет. Да убей ты его уже. Давай. Выбил. Нет. Нет, нет, нет. Отпусти меня. Кунг-фу. Кунг-фу! Уберись. Кунг-фу, отстань. Все, нет кунг-фу. Ай-яй. Ой-ой-ой, как больно. Куда, 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 куда? Отпустись. Так, кунг-фу, я отошел. Окей. Он же меня потеряет. Ну, я надеюсь на это хотя бы, что он меня потеряет. Бабуль, сейчас подойду.
Он сидел за этой фигней, да, я так понял? Ну ты же отвернешься когда-нибудь вообще. Отлично. Угу. Он вот так вот стоит, да? Уйди. Это, кстати, бессмертный. То есть мне надо где-то найти меч, и вот тоже его, кстати, может быть прикончить тогда получается. Да, да, поветрие. Так. Ага. Так. Еще дофига копить. Блин, мы что, всю серию будем копить? Не надо. Так. Аккуратненько. Аккуратненько. Тихо-тихо. Легонечко, аккуратненько вообще. Подойдешь? Вау, куда делся? Достаточно силен. Так, я понял. Я понял свой косяк. Я лучше действую, как было. Так, куда он там делся? Фух. Ага, вижу его. А он вот меня не видит. А он меня не видит, я сказал. А он меня не увидит. Он меня не увидал. Чувак, ты там успокоишься, нет? Ты где-то там, а я где-то вот здесь, да? Да ты идиот, ты зачем сюда прыгнул? Какого я не ожидал этого? Что это было сейчас? Ага, вон я его вижу. Вообще неожиданно, что он туда залетел так. Ты, может, меня потеряешь, дружочек, пирожочек, а? Было бы неплохо. На самом деле. Было бы неплохо еще залезть наверх как-нибудь. Где это пугало огородное? Ага, вижу. О, здесь-то он меня точно не найдет. С такой позиции. Да ты... Ты, конечно, дофига молодец, сиганул туда вниз. Красава просто. Ага, с этой стороны где-то. Просто туда. Улетел, молодец, молодца, молодца.
хвалю. Где это чучело? Чучело, блин, вон. Так, какую-то сторону, ага. Я понял, что ты какого-то хрена не это. Чё ты его не добил-то? Добей его! Ага, вижу. И он меня видит. Или не видит. Или не видит. Так, ты пятишься, окей. Хорош, поймал. Я даже не видел красной точки. Потому что ее не было. Так. Сюда нет, да? Там пацаны сидят. Надо их это сверху атаковать. Здорово, ребята. Все, успокоились. Молодцы. Стоп, подожди, серьезно? Ну-ка. Это была ошибка? Или это не была ошибка? Нет, я не буду еще раз это делать. Потому что это чревато. Смертью. Че такое, блин? Хорошо, здесь есть у нас идол недалеко. Пойдемте мы его на нем сохраним. Хоть что-то на данный момент. Отдохнуть, да. Изучение навыков. Это что? А, это понял. Дает пассивный навык, поднимающийся кар, повышает урон концентрации при успешном отражении атаки. Ага. Спускающийся кар при отражении атаки на несколько секунд повышает урон вражеской концентрации от всех источников. Ага. Так. Вот, я бы эмблему духа увеличил. Да. На одну, серьезно, я думал, побольше будет. Я думал, побольше выйдет. А туда не цепляется, да? Ага. Ага, я понял. Свидос. Убежал, нет меня. Не-не-не, пацаны, не выйдет. Ничего не выйдет. Ну, куда-нибудь. Запрыгни, господи, куда-нибудь просто. Ушел. Хорош. Вовремя убежал. Да ладно тебе. Будет. Будет тебе, дружище. Где это пугало? Ну, он же где-то здесь ходил только что. А, вон он. Ладно, я понял. Уйду. Ага. Уйду от вас я. Злые вы все. Ну ж, понял. А, ты не это? Ага, окей. Вы отстанете от меня или нет, пацаны?
Алло, отвалите, дайте мне накопить. У меня 200 монет осталось. Мне осталось 200 монет. Так, кто у нас здесь ходит? Монах. С монахом справимся. Так, главное не улететь вниз. Так, ты стоишь, окей. Так, это я убежал. Не-не-не, никаких, пацаны, никаких этих. Все, спокойно. А, кстати, да, я же не забрал. Отлично. Ну, ведь он достанет, он будет до самого последнего. Хорошо. Отлично. Ты посмотри на него, а. Не-не-не, дружище, не пойдет так. Не, не согласен. Сюда иди куда-нибудь. Давай, теряй меня или что там еще? А тут ты что-то это, доколупался до меня сильно. Аккуратно. Аккуратно. Но же меня так не спали, да? Он же меня так не спалит, я его убью. Фух. Так, отлично, 1600. Все, идемте покупать и посмотрим наконец-то, что будет. Фух, зацепился. Зацепился, достал, молодец. Давай, иди сюда. Фух, хорошо. А, переместиться. Так. Старая могила. Фух. Да, пофармить пришлось жестко. Потно, блин. Так, надо еще какие-то скрытности изучать. Так, это нам куда? А, нам прямо вот сюда вот так. Ну, хобана. Дюгайко. Проклятие. Плохи мои дела. Так. Ага, ну я... Окей, я купил, хорошо. А, наверное, к этому надо сначала. Не туда. Ладно, пофигу. Сейчас попробуем. Ну, мы тут просто перейти можем к этому, к резчику нашему. Ага. Сделаем этот веер себе. Посмотрим, что он нам дает вообще. Так. Ага. А, установить. На, забирай. Встроенный зонт. Раскрывается зонтом, можно защищать от атак со всех сторон, позволяет защищаться от легких атак в движении. При всем том, зонт — это зонт, на нем нельзя закрыться снизу, например, от атак по дуге. Хорошо. Давайте попробуем так.
Ну, огонь мы не используем, да? В данный момент. Зонт. Зонт. Угу. Прикольно. Но он использует эти эмблемы. Окей, понятно. А, кстати, фляжек 6 все же, видать, просто не обновилось. Когда уже отдохнул, тогда обновилось. Есть успехи? Да, я кое-что узнала. Источник драконного поветрия — скверна вашей крови. Это я так понял. Что вызывает скверну? Запас особой силы крови ограничен. Представьте, что вы израсходовали его полностью. И снова пытаетесь воскреснуть. Воскрешение все равно произойдет, но сила для него будет взята из другого источника. У тех, кто болен драконьим поветрием? Думаю, да. Значит, те, у кого драконье поветрие, лишились жизненной силы, присущей всем людям и оставляющей основную их человеческой природы. Их кровь тоже наполнилась скверной. Можно ли это вылечить? Да, вернув то, что было отнято. Готово? Угу. Амулет исцеления. Этот амулет позволяет вылечить всех, кто болен поветрием, пожертвовав у идола резчика божественную каплю крови. В амулете содержится кровь жертвы. Поветрием Эмма очистила и превратила в камень. Подавление скверны. Обладая амулетом исцеления, можно вылечить всех больных драконьим поветрием с помощью идола резчика. Вы сможете исцелить всех, кто заражен драконьим поветрием, потратив божественную каплю крови. Это уберет все знаки поветрия, и ваши запасы на получение невидимой помощи станут прежними. Ага. Так, а ты... Я должен разгадать секрет Борона. Ага. Так, все. Цветки сакуры, да, это словно от цветков сакуры, но немного другой. Что такое волк? Этот запах, он мне что-то напоминает. Ты его уже чувствовал раньше? Думаю, да, но не могу вспомнить где. Кстати, господин говорил, что когда-то давно за замком росла сакура. Возможно, это связано с нашими поисками. Вы можете диалоги хотя бы говорить, что они будут нормальными? Лечение. Подавление скверны. Поветрие исцелено. Все больные драконпендеры выздоровели. Хорошо. Так, переместиться. Замок. Старую могилу. Я просто перемещу в старую могилу. Мы их вылечили. На божественную помощь у нас такие же шансы. Хотя я не понял, что такое божественная помощь вообще, если на то пошло. Здорово, дружище. О, смотрите, кто пришел. Что тебе нужно? Ну, это я купил. Благодаря моему попечительству я разбогател. По крайней мере, я могу развернуться. Я, наверное, скоро уйду. Куда? В храм Сэмпа на горе Конго. Здесь сейчас развелось много крыс. Сдается мне, не миновать беды. Пора мне, значит, уладить кое-какие дела. Так. Так, хорошо. Ты уж поосторожней тут, ладно? Окей, хорошо. Так, ты уйдешь в храм Сэмпа, это я понял. Давайте мы отдохнем. Если он туда свалил, значит мы пойдем за ним. Ага, он свалил, хорошо. Идем туда теперь. Но не сказал, что... Не буду. Переместиться. Храм Сэмпо. Да, самое начало. Ой, попробуем найти его.
Совершенно. Ну, надо, надо. Хочу посмотреть, как он летает. Так, здесь тебя нету, да? Хорошо, значит, ты где-то там. Ты понимаешь? Отказать. Хорошо, это я понял. Ой, чуть не улетел вниз. Здорово. Не надо, дружочек. До свидосики. Так. Но его же тут нету. Так. Так. Это плохо. Это плохо. Так, ладно, давайте попробуем еще разок посмотреть. Но он ушел в храм Сэмп. Это... От первого идола локации храм Сэмпа. Да, он скажет, что ему нужно перебраться на другую сторону. Угу. Недалеко от идола резчика. Так, где ты? Ну ты же, в принципе, такой приметный. Ты же такой приметный, ты где? Хоть бы... Скриншот бы дали, что ли, чтобы было видно, где он. Ну... Блин, когда с первого раза... Как меня это раздражает. А, ну да, конечно. А, ну да, ты от стены оттолкнулся и допрыгнул. Нифига ты. Синоби, блин. О, хорошо. Так, недалеко. Недалеко. Ну а где недалеко-то? По крайней мере, здесь я его не вижу. Он точно где-то здесь? Ой, а что там лежит? Там что-то лежит, да? А я там что, не был, что ли? Хотя я там вроде проходил. А, ладно, давайте попробуем. Может, скриншот есть? Нет, не вижу. Так, вот давайте другую ссылку откроем. Так, ага, да, конечно, реклама, конечно же, Тинькова, замечательно. Так, это мы нашли. У-у-у. Так, где? Хорошо, так, добравшись до начальной идола локации, выйдите через дверцу и спуститесь на тропинку с правой стороны, выведите черную шляпу на уступе. На тропинку с правой стороны вы увидите шляпу на уступе. На тропинку с правой стороны. Увидите шляпу на уступе. Ну тут, наверное, рядом не должно быть, да? Спуститесь на тропинку. Как-то непонятно. Так. Небо от врага, который находится на краю порушенного мостика. А. Так, ты забрал на уступе. А, вон он стоит. Блин, ну ты сливаешься, пипец. А, смотрю, и ты здесь. А ты? Хе, я же сказал, надо уладить кое-какие дела. Что ты здесь делаешь? Тут такое дело. Мне надо перебраться на другую сторону утеса. Но как? Хоть убей, не пойму. Что, совсем никак? Будь у тебя воздушный змей, Синоби, это бы помогло. Но такого змея удержать в воздухе нелегко, особенно если ты новичок. И еще груза много. Ясно. Там внизу есть убийца, который управлял воздушными змеями.
Можно было бы, конечно, его запрячь. Рискованно. Но может сработать. Беда в том, что он не берет взяток. Куда мир катится? Вообще не понимаю. Ну и? Внизу убийца. Ну, убийцу я убил. Так, а я тебя прокачу, чё, алё? Чё не так-то? Ну, давайте поговорим еще разок. Видишь, вон там, я пытаюсь придумать, как перебраться на другую сторону. Там внизу есть один тип, он управляет воздушными змеями. Промолчать. Дай мне силы, я лишь захочу завершить дела. Видишь? Ага. Так, давайте-ка мы отдохнем. И сейчас мы его восстановим, того типа. Раз на то пошло. Он что, он нужен? Я просто, чтобы мы долго не тупили. Еще раз посмотрю, что нужно сделать. Так. Ага. Поболтайся с старым знакомым. Ага. Для продолжения квеста линии Барсука вам нужно будет справиться с Генитирой и убить 4 обезьянок в храме. В результате вы добудете клинок бессмертный. Так. В результате вы добудете клинок бессмертных рис и технику ниндзюцу про кукловод. А, вон оно что надо, да? Я понял. Так, мне нужен навык кукловод. А я тогда вообще сейчас не понимаю, куда мне идти. Угу. Так, ну, я туда везде все сходил. Мне надо, значит, в какое-то другое место идти. Так. Ну, здесь нету смысла. Важные места сюда. Придется гуглить, куда нам идти. Ну, в храм Сэмпа. Только куда конкретно? Так. Нет, сюда. Про прохождение, наверное, да, самой секира. А, ладно, сейчас я загуглю и вернусь. Так, ну пойдемте попробуем где-то пошариться. Так, переместиться сюда. Вроде там налево куда-то. Ну, налево мы вроде ходили. Странная фигня. Вот сюда, да. То есть, ну мы сюда ходили. Тут, в принципе, ничего интересного. Пойдемте еще раз ходим тогда. Может, я куда-то не дошел. Не надо. Не надо, дружище. Пойдемте. Так, ну ты... Ага. Тихо. Не надо. Ты большой и очень противный, я надеюсь. Точнее, я думаю, что ты очень противный будешь. Как противник. А, мы здесь, блин, мы же здесь. О! Ну я понял. Еще торгаш. А как его так пропустил? Ну он даже не это. Офигеть. Он даже не это.
Кусок маски дракона. Ага. А, бусина, 1400. А, подношение, да, это понятно. Заброшенное подземелье. А, здесь мы то... Здесь мы тоже были. А, записка пленника. Ай. Ай. И мертвый. Ладно. Пойдемте поверху. Как-нибудь вот так, да. Его квест мы тоже еще не сделали. Тихо. Так, пацаны, отстаньте. А, здесь же у нас тоже резчик был. Это я куда? А, это я сюда. Но победить ту большую здоровую фигню я уж точно не смогу. Не надо. Смотри, задел. Ну, не надо. Кстати, зря к идолу нет. Потому что нас-то теперь откинет прям далеко. Ну ладно, мы хотя бы знаем, где, куда нам идти. Да ладно тебе, успокойся. Вот и все. Рыбки, успокойтесь, а. Ну а то это... от рыбы еще не хватало умереть. Так, допустим. Да, лифт я помню. Как-то маленькое это. Ага. Наверх, да? Как-то непонятно, куда идти. Куда это я поднялся? Я уже не... А, я в храм Сэм пришел. Нет, мне сюда не надо. Резервуар Асина. Вообще не понимаю, куда идти. Ну, сейчас еще маленько побегу, и потом придется заканчивать ее. Ага. Так, убил. Это я знаю. А, ну это я понял, да. Все, и резервуар я сейчас вспомнил. Спокойно. А, смотри, несется, а? Услыхал он, а? Посмотри на него. Ты посмотри на них, а? Давай. Опа-на. Кто там стрельнул? Я сейчас стрельну. Не готов. Привет. А ты что тут? Не надо, ребята, не надо.
Ох, ё! Вон кого мне надо было мочить еще, оказывается. Ага. Ну, слышь, вообще нечестно, если что. Давай мы сюда спрячемся. Мы просто сюда спрячемся, чтобы тот большой дядя ушел. Так, тот уходит, да? Все, этот остался. Но он сюда не лезет. Тот где? Тот подальше ушел? Нет, не пойму. Не вижу. Тот вроде свалил. Все, с концами. Так вот, а с этим что-то надо делать. Так, и что же мне с тобой делать, дружочек? Так, ладно. Подкрасться к тебе я сейчас пока не подкрадусь, пока у тебя горит эти две штучки, я к тебе не смогу подойти. Ты где вообще? Ага, вот он. Ого, как больно. Я понял. Ого. Больно. Офигеть, у него атаки, конечно. Увернулся, неплохо. Ой, поймал. Поймал, уродца. Давай. Хотя бы один. Есть. Неплохо. Удачно. Тихо. Тихо. Лечимся. Отлично. Держимся, держимся. Не надо. Ну ладно. Пока что жив. Так, вылечился. Ой, хорошо. Да что так больно ты пьешь? Так, вот это вот. Хорош, держимся. Это какой козел, а то посмотри, срубил меня. Да ты достал. Сюда подошел. Поймал. Еще раз поймал. И потратил, и... Шесть просто. Угу. Угу. Так, короче, к нему надо пробраться. И один ударный. Один ударный нести. Хорошо.
Будем пробовать. Не надо. Тихо, спокойно. О, что лежит? Забрали, пошли. Отлично. Ну, блин, серьезно. Ладно, беги. А я пошел. Ну, всех их перебить придется все же. Кто там стреляет? Ты? Ты что, охренел? Так, бежит, 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 бежит. Так, давайте вы прибежите сюда. Тут мы с вами разберемся. Нападаешь? Ты чё охренел? Ты охренел? Давай, нападай. Ой, хорошо, отлично. Просто отлично. Так, я убежал. Меня нет. Потеряйте меня. Все? Я надеюсь. Так, он идет спиной. Ну. Гениально просто. А что тебе мешало? Ага, у меня был ключ, да, от этой. Отлично. И что же я здесь найду? Сломанный рог Гёбу. Прославленный рог. Рог-копье, который некогда воевал Гёбу Масатака Анива. Его острие можно встроить в процесс. Дернув рог на себя, можем подтянуть врага к себе и даже сорвать броню. Рог был сломан во время восстания по... Но и Син посчитал его новую форму идеальной и наградил Ониву крестообразным копьем Сюдзена Тамуры. Ага. Ладно, это я понял. Тихо, тихо. Ну нет, 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 нет. Пацаны, отстаньте. Так, этот назад пятится. Ой. И вот мне бы как-то... Мне бы как-то вот до него добраться. Так, с этим разобрались. Хорошо. Так, пошли сюда. Тихо, тихо, тихо. Нет, я не буду воскресать. Это бред. Это просто бред. Идиотизм. Хорошо, у вас сначала. Грёбаные волчары. Вот и все. Так, пойдемте. Будем, как обычно, с тыла заходить. Так, несется сюда, несется. Несется. На всех парах. Сожги.
Так, вот тебя. Потом туда наверх. Хорошо. Сейчас-то мы должны справиться. Открыли то, что не думали, но... Пойдет. Пойдет. Так, отдыхай. И какого фига? Я в кустах был. Я был в кустах. Как он меня увидел? Так, ну все, он, в принципе, потерял. Этого достаточно. Так, я исчез. Потратил, но я хотя бы спрятался от них. Сразу же. Иначе было бы плохо. Так, они идут. Типа. Так, сначала вот этого вот. Как мне сейчас фартануло? Как мне сейчас фартануло просто? Это просто нереально. Так, два воскресания бы мне. Ага. Ну ладно, может повезет. Мы пройдем хитрым путем. Сделаем ему один смертельный удар, тем более, что у нас есть все 6 лечилок. Все 6 фляжек у нас есть. Нам это должно помочь. Господи, я думал, сейчас все. Вы что такие-то? Ты издеваешься сейчас надо мной или что? Ты зачем туда улетел-то? Все отлично, он забыл про меня. Ему показалось, что там кто-то что-то прилетел. Просто прилетел незачем. Ага, хорошо. Так, один удар есть. Два воскрешения есть. Тихо, тихо. Ты идиот или чё? Ты зачем так подставляешься-то? Ого! Ого! Вот это реакция. Вот это реакшн. Ого-хо-хо-хо-хо. Офигеть, я живой. Я живой. Тихо. Живой еще. Я еще живой. Пойдем, 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 пойдем туда. Офигеть, как больно было бы. Не надо. Что за фигня-то? Поймал. Хорош. Отлично. Господи, наконец. Но я хотя бы с ним долго не мучился. Я его быстро убил. Отлично. Просто отлично. Волк, ты как-то сказал мне делать то, что должно. Но я до сих пор не понял, что я должен сделать. Я не понимаю, почему мне досталась такая сила.
Так, она по черту сюда пришел, но я забрал этот рог. Окей, хорошо. О, так, там что-то есть. А как туда выйти? Стоп. Ну, туда же можно, значит, попасть. Каким образом? Угу. А, вон оно как. Статуэтка Дзинза, фигурка Будды, ага. Изображает ткань, что умерший младенец покоится так. А, восстанавливает одну единицу воскрешения. Все. Пригодится когда-нибудь, я думаю. Ну окей, мы его победили, а дальше-то что? Дальше я не представляю, куда идти. А, так. Ну тут была вот эта фигня. Еще. Вот сюда. Так, здесь нам ничего, да? Сам колодец. Где были мы? Хорошо, поплывем туда. Получается. А, мы здесь были. А, точно, мы здесь были, и мы тут, если что, умираем. Поэтому я пока что вот сюда, да, сел отдохнуть, чтобы меня никто не это не спалил. И мы просто пойдем дальше. То есть куда-то сюда, да? Ага, опять бабулька. А, ладно, давайте на этом, наверное, закончим и продолжим в следующей серии. Заодно вот здесь пойдем дальше. Все, я сажусь сюда, да? Отдыхаем, чтобы нас никто не трогал. И на сегодня все. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.